Здравствуйте, друзья! Сегодня я покажу, как нарисовать такой простой, лаконичный этюд. Итак, поехали! Hello, friends! Today I'm going to show you how to create this simple landscape. So, let's go! Будет маленький комментарий в самом начале. Я расскажу про мои материалы, бумагу и краски. Бумага, как всегда, Санка Сберцмил, но в этот раз hot press, гладкая. As always, my paper is Sanka Sberzmil, 300 grams, high white, but today it will be hot press. My colors will be mix between green, dark blue and Bordeaux or carmine. Цвета – это будет сочетание синих, голубых, темно-синих, изумрудных и бордовых. Это будет голубое для неба, прусское синее, краплак изумрудный, темно-синий dark blue и зеленая мгла. Вы можете использовать свои цвета, которые у вас имеются. Главное, не рисуйте все одним цветом, потому что на самом деле, особенно вживую, на работе видны оттенки и бордовых, и зеленых. Она достаточно сложная, хотя на первый взгляд кажется практически монохромной. So, my colors. This is any blue for sky. Prussian blue, краплак or Mother Lake Deep, Emerald Green, Dark Blue and Green Shadows. И да, сегодня я не буду снимать лист со склейки, буду рисовать по сухому, не смачивая бумагу с изнанки, как я делаю это обычно. So, and today I'm going to paint by dry paper. So, let's start. Привет, друзья! Небольшое отступление. Hello, friends! Before we start painting, I want to show some of the videos that are already available to my Patreon subscribers. I have already recorded more than 50 video lessons, including in English, where I talk about palette and colors. I reveal the secrets of watercolor. I will be glad to see you among my subscribers. Если вы из России, то добро пожаловать ко мне в группу ВКонтакте. Вы можете посмотреть уроки, став моим донатом. Ссылка в описании. А теперь давайте продолжим. Now let's continue.
Thank you.
Thank you.